я же вам не разрешал. Так а вы же не у себя дома. Я не у себя дома, но вы же меня снимаете. Возмущающийся Иван Бибиков, председатель садоводства «Звездный-2», что в селе Зудилово. Меньше двух недель назад он установил запрещающий знак и перегородил въезд, установив шлагбаум. С тех пор проезд к самой большой козьей ферме края невозможен. Но это не ваша дорога. Вы прав, обладаете садоводством, но садоводство. Не дороги. Эта дорога, она на территории садоводства. Понимаете? То она не вдоль границы садоводства идет. То есть вы имеете право не пускать людей, да, проезжать. Почему люди здесь не могут проехать, в том числе и журналисты? До свидания. А если пожар, извините? От шлагбаума до фермы 2 километра. Теперь работники сельхозпредприятия вынуждены преодолевать их пешком. Вот такой ежедневный 4-километровый вояж для доярок и ветеринара. Ну, это нормальная такая ситуация, что вот взяли, захотели, поставили шлагбаум, и проехать нельзя? Ненормально, конечно. И дороги уже скупили, что ли, и речки. Все подряд. Нельзя ни пройти, ни проехать. Когда у нас велась уже почти год переписка, и пытались все поговорить, бесполезно. Одно слово только, что я не хочу, чтобы вы здесь были. Причина? Никаких причин других нет. Просто я не хочу, и все. Председатель садоводства отправляет работников фермы на другую дорогу, но она в 20 километрах от хозяйства. Такой крюк, да еще и по бездорожью, недоумевают люди. Это не дорога, это просто тропа в лесу. Другой здесь, другого не скажешь. Как она может быть какой-то дорогой, если это просто путь где-то в неизвестность? Это сейчас проехать по одной из альтернативных дорог хоть как-то можно, но вот что будет зимой, когда сугробы сравняются с кронами? Наконец, ухоженная козья ферма площадью 13,5 гектаров. Больше 500 голов коз. Малышей и предприниматели свозили сюда со всей Сибири. Кормили буквально с рук. Может, оттого животные такие ласковые. Этого товарища зовут Марик. 100% нубиец, козел. Он очень такой дружелюбный. Но Джин Василий – имя у каждого. В свое детище фермеры вложили 30 миллионов рублей. Только спустя полгода ферма начала приносить первый доход. Полезное молоко заказывают барнаульские сыроварни. Вот только вывозить его стало невозможно из-за пресловутого шлагбаума. Ежедневно коровы и козы на этой ферме приносят до 500 литров молока. Но все это вот уже 2 недели сливается в канализацию. А значит, ежедневно сливается по 30 тысяч дохода. Но это часть беды. Самое страшное то, что на грани срыва строительство теплого помещения для коз. Без него при первых же заморозках животные погибнут, говорят фермеры. А доставлять стройматериалы по лесу нереально. На данный момент получается, вот видите, в каком оно сейчас незаконченном состоянии. На козьей ферме работает 7 человек. Доярки, скотник, ветврач, охрана. Каждый день у них часовой марафон с препятствиями. Тяжело, конечно. У меня еще и возраст такой. Утром еще как-то бодрячком после сна, а когда отработаешь 12 часов, это уже не игрушки. Но это ненормальная ситуация. Естественно, ненормально. Это я вообще не понимаю. Животные-то при чем? Причем здесь люди и животные не понимают руководство села. В коем-то веке сюда зашли предприимчивые люди и открыли социально значимое предприятие. Предприятие, то есть оно... Чем для нас благоприятно, для территории? Это, во-первых, рост рабочих мест, количество, то есть население будет занято, и нашим людям не придется ездить на работу в близлежащие города. Плюс отчисления в бюджет. Сельская администрация ставит под сомнение тот факт, что дорога частная и пытается разобраться в этом вопросе. На проблему обратил внимание и Общероссийский народный фронт. Он пытается отстоять права бизнесменов. Мы по своей линии обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей, то есть на уровне Алтайского края. От нее были написаны обращения в адрес федерального уполномоченного, да, в адрес губернатора с просьбой обратить на эту ситуацию внимание, взять ее на контроль и, условно говоря, ну, что называется, не закошмарить бизнес, да, то есть который только начинает развиваться, становиться, а разобраться. Пока идут разбирательства, говорят предприниматели, на ферму зачастили надзорные органы. Оказывается, поступила анонимная жалоба на вонь и о жестоком обращении с животными. Но бизнесмены сейчас обеспокоены обратным. Козы рискуют остаться совсем без еды. Запас сена остался всего на один день. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.